Сегодня мы с вами разберем и соберем вот такую вот ручку управления триммером. Данная ручка с модели Carver GBS-143. Ну и еще много на каких триммерах используется такая рукоятка. Почему решил снять такое видео? Очень много людей, как оказывается, могут разобрать, но собрать для них проблематично. Вот именно для вас я снимаю это видео. Два болта я уже выкрутил, чтобы побыстрее все это было. Сейчас покажу, что сейчас данная ручка работает в рабочем состоянии. Видите, все у нас работает. Вот у нас курок газа, тросик газа ходит, когда нажимаем. Вот, и раскручиваем винт этот. Мы его аккуратненько снимаем. Разбираем. В данной ручке используется три пружины. Вот, к примеру, у вас вот так все развалилось. Куда чего поставить, вы теперь не в курсе, не знаете. Вот, начнем собирать. Первая пружина ставится, которая нам помогает вот этой кнопочкой управлять. Вот, мы ее зацепляем. Вот. И здесь для нее есть, вот он у нас, специальный такой зажим. Вставляем вот так сюда и опускаем. Так вот. Вот, первая пружинка стоит. Вторая пружинка. Просто ее пока накидываем вот сюда, на тот выступ, куда будет у нас курок одеваться. И одеваем, как будет у нас стоять курок. Вот. Но пружина-то не одета. Соответственно, берем и эту пружину пальцем как бы поддеваем. Сейчас я вам покажу. Вот он, вот она. Вот она, видите? И теперь мы ее должны будем вот сюда закинуть внутрь. Вот таким вот образом. Раз. И курок установим на место. Вот, теперь он у нас работает. Вот, вторая пружинка у нас встала на место. Теперь вот эта пружинка. Она у нас одевается вот на этот выступ. Одеваем. И вот этот вот блокиратор. Сперва его одеваем. Вот здесь он у нас сейчас зацепится за эту пружинку. Видите, вот. И как бы вот таким движением поворачиваем и вдавливаем его на место. Тросик у нас попал не куда следует. Вот. Теперь берем ручку. Наша задача сейчас вот этот и вот этот выступ мы должны попасть вот сюда и вот сюда. Теперь мы ее аккуратненько собираем. Вот. И скручиваем нашим шурупом. Так, видите, не нажимается. Все у нас работает. Все как и положено. Ручка в рабочем состоянии. Собирайте сами ручки при помощи простой отверточки и нашего канала. Всем удачи, пока!